вышла первая половина обновления разработки Metropolis Hard Fork в сети Ethereum Византиум. Как сообщает The Coin Telegraph, это анонсировал разработчик Ethereum Виталик Бутерин в Твиттере. В том же самом посте он пишет, что Византиум подтвердил транзакцию, отправленную с использованием технологии ZK-SNARK. Криптография с нулевым уровнем знаний используется как метод проверки записи в регистре без выявления личности любых сторон. Ожидается, что по мере того, как Византиум будет выпущен, он предоставит более надежную и масштабную инфраструктуру для увеличения пропускной способности Ethereum. Необходимость обновления стала все более очевидной, поскольку крупные корпорации, такие как Microsoft и Intel, разрабатывают приложения, построенные на этом протоколе.